Сегодня я покажу вам, как приготовить бургер с индейкой в азиатском стиле. Это не только вкусный перекус, но еще и пикантное и сочное блюдо. Там есть васаби и свежие помидоры. Булочки для бургеров можно купить уже готовые в любом супермаркете или же испечь самостоятельно у себя дома. Индюшиный фарш лучше всего приготовить, чем купить в магазине. Туда часто наливают много воды, и тогда котлеты совсем не хотят жариться, а расплываются по сковороде. Берите свежее мясо и перекручивайте его на мясорубке. Тогда котлетки будут красивыми и вкусными. Удачи! Досмотришин видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте продукты. Капусту тщательно вымойте. Дайте стечь влаги. Филе индейки у меня замороженное, поэтому я заранее его разморозила. Приступим. Четвертинку средней пекинской капусты порежьте некрупными полосочками. На сковороде разогрейте столовую ложку кунжутного масла. Бросьте измельченный чеснок и минуту жарьте. Добавьте пекинскую капусту и обжарьте до появления на ней признаков жарки. Потом влейте соевый соус и протушите пару минут. Болгарский перец и лук мелко порежьте кубиками. Подписавшимся, больше вкусностей. Индюшиное филе превратите в фарш, добавьте к нему сырое яйцо, лук, болгарский перец, соль, перец черный молотый, зелень, зеленый лук, жареную пекинскую капусту, перемешайте хорошо фарш. Формируйте котлетки размером с булочку для бургера, по диаметру, и жарьте на кунжутном масле до готовности с двух сторон. Булочку для бургеров разрежьте на две половинки. Положите на булочку пару листочков любой листовой зелени, 3 кружочка помидора. На помидоры положите котлету, майонез смешайте с васаби, у меня порошок, и лимонным соком, смажьте крышечку булочки полученным соусом. Накройте крышечкой, и бургер готов. У меня получилось 4 порции, приятного аппетита. Подписывайтесь и ставьте лайки. А теперь ингредиенты. Индюшиный фарш, 450 грамм. Пекинская капуста, 4 штуки. Соевый соус, 2 столовые ложки. Чеснок, 2 зубчика. Кунжутное масло, 30 мл, или любое растительное. Фиолетовый лук, половина 1 штуки, от размера. Яйцо, 1 штука. Болгарский перец, половина штуки. Соль, специи, по вкусу. Зелень листовая, по вкусу. Помидор, 2 штуки. Майонез, 80 грамм. Лимонный сок, половина чайных ложки. Васаби, половина чайных ложки. Булочки, 4 штуки, для бургеров. Количество порций, 4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. Всем приятного аппетита. Жду вас снова.